едем на экскурсию от Библиоглобус на бесплатный обзорный букет. Время 7:45. Честно скажу, нам безумно повезло, потому что мы везде будем самая первая группа, в частности, у нас в первом месте, где будем нас в воздухе. Это актуально, потому что ну, не так жарко, комфортно, народу не так много будет. Первое место нашей экскурсии – это буддийский храм. Кстати, непростой, необычный. Чтобы вы понимали, в Таиланде население Таиланда 70 миллионов примерно, территория 514 тысяч квадратных километров. И вот на такой территории у них больше 40 тысяч буддийских храмов. Таиланд вообще-то считается самая буддийская в мире страна. Монахов только больше 4 миллионов. Вот. И из 40 тысяч храмов мы поедем с вами в самый посещаемый во всем Таиланде. Называется храм Вад Че Лонг. Работает он с 1838 года. И этот храм известен тем, почему у него столько много людей приходит. Не только тайцы, но и иностранцы. Иностранцев может быть даже и большинство. Так как в этом храме, в единственном месте в Таиланде, хранится уникальная для буддийских реликвия прах Будды. Вот честно сказать, я не знаю, как это вычисляли. 2562 года назад, а именно столько лет буддизму, как религия. Хотя корректно на самом деле буддизм называть философией, образ жизни. Да, но как бы называют официально религия, одна из самых старых, третья по старости после иудеев, индуистов. И тут как раз буддисты, потом христиане, потом ислам уже. Приехали. Это буддийский храм. Как нарочно вчера истратили все деньги. Вдруг придется что-то купить. Сказали, крематорий лучше не снимать, это плохая примета, поэтому крематорий показывать не буду. Вот мой Будда, змея. Надо узнать, какой это мой Будда. Нет, мы тут не были. Мы были в другом, по-моему, храме. Да. В этом был? Я помню, что теперь я помню. А у них, по-моему, везде такие перезы. Донатхак забуду. Поднимаемся на второй этаж.
помню, один раз мы зашли в храм буддийский и стояли, не знали, куда деться. Один таец сказал мне: ну что вы стоите? Будда отдыхал и хочет, чтобы вы отдыхали. Садитесь, посидите здесь, отдохните. И все тут так спокойно. И причем буддийская религия, она не противоречит никакой другой религии. Даже мусульмане могут ходить в буддийский храм. Буддизм скорее даже не религия, а образ жизни. Сколько денежек. Курочка даже тут отдыхает. А вот там вроде палочки. Палочки зажигают. Нет, это тоже свечки, смотри, стоят. А вот тут я гадала. В прошлый раз мне очень нехорошее выпало. Правда, мне тайцы переводили, а сейчас мы как поймем, я тоже хочу. Между прочим, все совпало, что было. Ты будешь гадать? Я вспомнила вот это место. Сейчас погадала в храме. В прошлый раз гадала, все до единого слова совпало. Правда, здесь написано на тайском. В прошлом году мне тайцы, в прошлый раз, вернее, тайцы перевели. А сейчас я сфотографировала, потом в гугле переведу. Это надо трясти коробочку с палочками, и выпадает какой-то один номер. И будет предсказание. Вот такая красота.
мне здесь нравится, никто никого не учит. Невозможно что-то сделать неправильно. Ты свободен в своих действиях, просто уважай других, и все. В храм нужно одеваться соответственно. Нужно, чтобы были покрыты плечи и коленки. Агит нам сказал, что это только для женщин. Хотя раньше говорили, что у мужчин тоже должны быть покрыты коленки. А этот раз гид нам сказал, что дети и мужчины считаются святыми от природы. Только женщинам надо соблюдать традицию в одежде при входе в храм. Осталось 5 минут. Идем в свой автобус и поедем дальше. Не могла пройти мимо моего любимого дерева. Обожаю эти цветочки. Ах, красота. А вот эти интересные деревья с такими вот початками, по-моему, в Узбекистане тоже растут. А вон там далеко виднеется Биг Будда. Вот тоже бы туда съездить. То же самое, личный герб короля Рама X на полотнище желтого цвета. Допустим, жена его в четверг родилась, это оранжевый цвет, у нее флаг уже будет. Герб свой какой-то, но на оранжевом цвете. И вот так вот много, все это связано. Запомнил тебя оранжевый. Вот, ну что касается латекса, здесь я для начала хотел бы вообще объяснить, почему у нас в программе есть такое место. В какой-то мере, на самом деле, все очень просто, потому что латекс – это то, чем... Латексная фабрика, скорее всего, тут не разрешат снимать. Вот, Карина, я хочу смотри. Здорово. А, вот в этих формах, наверное, смотри. Не трогать руками. А это матрасы, наверное. Также есть форма валиков, огромная форма трасса представлена. Форму закрывают и запекают в специальных печах, как пирожки. Любое проведение в резьбой, сока или достаточно на фабрику является недопустимым по причине очень короткой жизни сока. Защитные число густей сворачивается, теряет полезные, а не физические свойства. Такой загустевший сок мы выгоняем через подобные станки, отжимаем воду и получаем пласты каучука. То есть каучук – это не есть застывший латекс, и разница между ними всего лишь несколько часов. Из каучука происходят более 40 тысяч наименований различных товаров по всему миру. Ну вот дали нам полежать на подушках. Оказывается, она сейчас рассказывала, оказывается, латекс, он не экспортируется в Россию. И то, что у нас продается, это вообще не латексные подушки. А просто каучук. Вот все-таки надо было вот такую купить мне. Такая удобнее, да, Мась? Мне кажется. В боковом положении. Латекс
Он антиаллергенный, в нем не заводятся никакие бяки. Но здесь, конечно, цена дороговата. Вот одна подушка 3900 бат. А в Джангцелоне мы покупали за 1000 бат. Но не в этом году, в позапрошлом. Сейчас не знаю сколько. И они говорят, если купите две подушки, третья в подарок. А это одеяло. Матрас. Ну, конечно, удобно. У меня подружка в прошлый раз покупала матрас, но она переплачивала за вес. Тяжелый все-таки. Сейчас она показывала, что можно любую подушку, любой матрас из латекса вакуум создать пылесосом и вывозить. Они очень мало места занимают. Меда. Смотреть народную медицину и чаи. В общем, мы решили купить, попробовали, понравилось. Мату и что еще? Инчан? Анчан. Потом надо будет купить. Сейчас с собой деньги даже не взяли. Ну и здесь, конечно, цены накручены. Ну вот, посмотрели мази. Автобус очень шумит. И сейчас поедем на змеиную ферму. А нам гид говорил, что еще была
крокодиловая ферма, но она сейчас закрыта, ну, примерно на неделю, потому что крокодил захлопнул пасть и, в общем, убил своего дрессировщика. Так тоже бывает. Поэтому сейчас на крокодиловую ферму мы не едем, а едем только на змеиную. И говорят, очень хорошая примета сфотографироваться с королевской коброй. Что мы и сделаем. Ну вот мы приехали к змеям. Если вы не являетесь укротителем змей. Встала в стойку, капюшон раскрыла и шипит. Такой стойник меня предупреждает о том, что ей страшно, и она готова атаковать. Сейчас для вас будет специальная портретная стойка. Фотографируйте. Шоумен старается для вас работать на ваши камеры. Очень опасная стойка для самого шоумена. Змея в любой момент может извернуться и укусить. Когда укусить не удается, она может плеваться ядом. Но если вдруг яд попадает на слизистую, либо на кожу, ложиться умирать не нужно. Водой смываем и живем спокойно дальше. Яд опасен только в том случае, если попадает в кровь. Достали еще одну подружку ядовитую. И еще одну. Три кобры у нас выступают. Шоумен усложняет свою задачу, будет работать с тремя кобрами. Они днем очень плохо видят. У них зрение ночное, инфракрасное. На темный цвет реагируют, темный цвет они замечают. Поэтому шоумен в темных брюках. Чтобы таким образом лучше внимание змей привлекать. Глухие, звуков они не слышат, но четко реагируют на вибрацию почвы. Смотрите, шоумен отошел от змей подальше, они сами первые к нему не подползают, не набрасываются. Они совсем уже потеряли бдительность, потому что сейчас им хочется спать, в такое время они обычно спят. Чувствуют по вибрации почвы, где шоумен находится. Когда приходят они поближе, они уже чувствуют опасность и могут атаковать. Дрессировки они не поддаются, их невозможно дрессировать, память очень короткая, максимум 5 минут, потом все забывают. В такой стойке змея может простоять до 6 часов. Реагирует на вибрацию, на приближение, но шоумен слишком крупная жертва для них, поэтому змея тратить на него тоже они не хотят. И сейчас на ваших глазах очень опасный трюк. Шоумен поцелует кобру. Во всем мире такой трюк называют как поцелуй со смертью. Главное, чтобы она его в обратную не поцеловала. Это очень опасно. Давайте поддержим шоумена, поаплодируем за этот трюк. Браво! Идеальных шоуменов не бывает. Каждый раз на себе испытал укусик для этой кобры. Это он шутит. Не нужно этого делать.
главный змей ферм не работает, противоядие стоит недешево. Вторую змею пытаются поцеловать. Получится? Мама. Каждый раз все непредсказуемо. Каждое шоу — это импровизация. Змея не хочет сломаться, не любит она сломаться. Но, может быть, попытается, а может быть, уже оставит ее в покое. Сейчас посмотрим. Можно вопрос? Ужас. Светлый цвет кожи вообще не видели, да? Браво, молодец, поцеловал. Так, смотрите, капюшон у змей, это не просто кожу натягивает, это шейные ребра, они как зонтики раскладываются. Сейчас ложат змеям капюшоны, не так-то просто это сделать. Пытаются сложить. О, получилось, молодец. Это все равно, что зонтик сложить без кнопки, только зонтик не укусит, а здесь очень велика вероятность, да? И оставляет он у себя одну змею для того, чтобы вам доказать, что он действительно рисковал. Вы сейчас посмотрите процесс сцеживания яда. У нас змеи с клыками и с ядом. Яд невозможно весь сцедить предварительно, потому что он как слюна у человека прорабатывается постоянно рефлекторно. Ложка нажимает на клыки кобры, имитируя укус, да? И вот видите, яд выливается аж из ложки, очень много накопилось яду змеи. Это прозрачная жидкость, есть яд. А вот такой вот одной маленькой капельки яда достаточно, чтобы убить несколько человек. Но как убить, так и вылечить, смотря как его применять. Короли Франции, видовики, они даже пили яд, капельку вино добавляли, таким образом повышали свой иммунитет, продлевали себе жизнь, омолаживались. Но мы не будем его пить. Если есть язвочки в желудке, кариес, то это очень опасно. И сейчас, как и обещала, самый трогательный момент наступил. Обязательно потрогайте. Смотрите, я первая трогаю, я жива, здорова, все со мной хорошо. Она мне очень нравится. Классная, правда? Вот многие люди думают, что змеи такие противные, склонные, кочевники. Ничего подобного. Целуйте обязательно, не зря вам предлагать. К счастью в семье и к замужеству. Мужчин тоже касается. Если хотите найти такую же красавицу, да? Обязательно поцелуйте кобру. Кстати, в Азии, если женщина называет змеей, это отличный комплимент считается. Змеи мудрые, физические. Кожа кобры состоит на 60% из коллагена. Она как силиконовая, да? Только ее все натурально. И какая старенькая не была кобра, ни одной морщинки никогда не появляется. Она всегда идеально выглядит. Ну что ж, молодцы, аплодируем и себе так милости, наша красавица. Бывает там вся кобра. Мы расслабляемся, у нас еще есть что посмотреть. А дальше будем знакомиться с представителем древесных змей. Называется змея мангровая, да? Наши гости еще и называют пилами, такую красивую интересную раскраску. Она ядовита, но яд не смертельно опасен. Опасны ее зубы, она очень зубастая. В такой маленькой пасти у этой змеи зубов помещают до 30 штук. Они тонкие и острые, как иголочки. И совсем другая траектория нападения. Складывается пружинку, отталкивается и делает выпады в разные стороны. Таких змей называют jumping snake, прыгающие. В природе змея цепляется хвостом за ветку, резко прыгает, может даже птичку схватить на лету. Они очень шустрые. Вот с такими змеями еще сложнее работать, чем с кобрами. Нужна быстрая реакция. Сейчас шоумены готовятся к трюку. Покажут вам такой необычный экзотический способ, как можно поймать змею. Захват готов! Браво! Попалась! Фотографируйте. Совсем повернулся, чтобы все его смогли запечатлеть. Немножко адреналина напоследок. Остался на очереди самый красивый наш участник, наш малыш. Любимец всех дам, перманский сетчатый питон. Сейчас его достанут. Обратите внимание на окрас. Окрас у этих змей уникальный, никогда не повторяется, как отпечаток пальца человека. Он совсем еще малыш, ему максимум 3 годика. Ну, конечно, паспорта у него нет, мы не знаем его точно от рождения. А судя по метражу, питоны среди змей долгожители, живут до 45 лет, и они всю свою жизнь растут. Вырастают до 10, иногда и даже до 12 метров. Пасть взрослого питона, все зубов вырастает, борта расположены, все загнуты внутрь, как рыболовные крючки. Взрослый питон может съесть любую жертву до 100 кг. Обычно рационное питание в джунглях оленей, косули, может съесть бегемотика, черепаху огромную, даже крокодила. Челюсти между собой у него не закреплены, как у нас, да? Находятся на связках, подвижных и эластичных. Питон свою пасть может растягивать каким угодно. Скорость развивает до 20 км в час. Отлично плавают питоны.
Но сами они редко когда гоняются за жертвой, сидят в засаде. Еще хотим, чтобы я на первом ряду села. А потом в прыжке набрасывают удушающие витки на жертву и начинают медленно, аккуратно тушить. Сначала тушат, а потом заглатывают всю полностью жертву целиком, начиная с головы. Сейчас малыша поймали, протрут, фотосессию подготовят, и вы сможете с ним сделать фотографии. Уважаемые гости, на вас шоу фотографии бесплатные, но у меня как бы большая просьба, пожалуйста, оставьте нашим шоуменам чаевые. У них зарплаты нет, единственный доход – это ваш чаевый. Сколько не жалко, обычно оставляют 50-120 будет достаточно. Вручайте денежки в руки, на пол не бросайте, там изображение крадет, так не принято. И самые смелые, кто у нас самый смелый? Выходите на манеж. Иди. После иди, сниму себя на видео. Я потом пойду. Еще о восточной медицине. Снимем стресс. Я вас жду в комнате номер 1. Если не хотите прокатиться, то пойдемте сразу на вторую часть нашей программы. Спасибо всем огромное за чаевые. Бог видит. Есть. Я не верю. Три. Гоу просто. Мы тоже сфоткались с коброй. И Артур, и я. Как интересно, адреналинчик. Она меня так обняла. Пожалуйста, проходите внимательно. Первый фото открытый. Не расстраивай. Сейчас будем пробовать. Змеиный продукт и змеиную настойку. Ну и вот возвращаемся домой. Угостили нас настойкой из рома и змеиных пузырей, желчных пузырей, которые, оказывается, очень полезны. И все мы стали веселые и довольны. Рассадили нас по минивэнам и везут в наши отели. Экскурсия неплохая. Почему бы не съездить? Тем более она входит в стоимость тура. А тебе она понравилась или нет? Мне понравилась последний заезд. Вот это, где показывали змей. Интересное змеиное представление было. И вкусная настойка. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И будет вам счастье.